вездеход DS250. Отличная модель для детей, подростков, женщин и просто начинающих. Небольшой по размерам, раздельные тормоза, тормоза гидравлические, подвеска рычажная спереди и сзади цельный маятник с одной осью. Четырехтактный двигатель, 250 кубиков, карбюратор Кейхен, вариатор и КПП с тремя режимами вперед, назад и нейтраль. Рукоятки гидравлических тормозов, кнопка запуска, регулятор подсоса, основные информационные лампы, 12,5 литров бензобак, ножной тормоз. При необходимости на подножке можно купить алюминиевые усилители, расширяющие площадь подножек. Вот такая система задней подвески с маятником-рычагом. Вес квадроцикла 195 кг, очень легкий, клиренс 26 см.